Привет, друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео, поехали! В Армении есть необычная девушка, которая плачет кристаллами. 22-летняя Сатаник Казарян 2 месяца назад обнаружила в глазах необычные острые и жесткие образования. Ввиду твердости и острых граней они доставляют девушке значительное неудобство. Нельзя исключать, что однажды один из них повредит роговицу. Девушка, у которой вместо слез образовываются кристаллы более 50 штук за сутки, обратилась к врачам, но те разводят руками. Патология. Случай плачущей кристаллами девушки из Армении редкий, но не уникальный. По словам врачей, подобную патологию могут вызвать генетические и инфекционные заболевания. «Я ходила к стоматологу, кажется, это опыль попала в глаз. Мне было больно, пошли к офтальмологу, и у меня из глаз достали несколько кристаллов. Сейчас каждый мой день превратился в ад. Я просыпаюсь от этой боли, и у меня горят глаза. От боли. Это страшно. Я даже уже боюсь смотреть в зеркало, чтобы не видеть, как выглядят мои глаза. Я очень хочу вылечиться и хочу детей. Но если это генетическое, то как я смогу так с ними поступить?» – говорит сама девушка. По словам многих врачей, к которым обращалась семья девушки, подобный случай в их врачебной практике первый. Некоторые медики не только развели руками, не понимая, чем помочь пациентке, но и выгнали ее, посчитав, что сатаник пытается их обмануть. «Когда мы поехали в Ереван, один врач нас направил к невропатологу, второй принял. Достал кристаллы. Потом мы попросили пойти покушать из кабинета, спустя 5 минут вернулись, и у сатаник опять пошли из глаза кристаллы. Тогда врач сказала, что не верит нам и попросила уйти», – заявила сестра девушки Земфира Микаэлян. Врачи прописали сатаник капли и антибиотики. Это помогло от кристаллов, но общее состояние девушки резко ухудшилось, и она отказалась от приема лекарств. «Нам врачи прописали пару лекарств, капли, антибиотики, и после того, как сатаник пару дней попила это лекарство, кристаллы перестали появляться в глазу, но ее состояние резко ухудшилось, и жена перестала их принимать». Об этом сообщил муж сатаник Сурен Микаэлян. В Министерстве здравоохранения занялись этим вопросом. Сейчас сатаник Казарян намерен помочь знаменитый офтальмолог Эрнст Мулдашев, который уже назвал случай девушки уникальным. Чтобы понять причину такого состояния девушки, необходимо провести полное обследование организма, пояснили специалисты. Так как не исключено, что кристаллы могут появляться и во внутренних органах пациентки, печени и почках. «В моей практике были пациенты, у которых из глаз выделялся песок. Но чтобы кристалл, тем более равнобедренный, впервые. Я готов пригласить девушку в наш центр, чтобы изучить этот феномен, поставить диагноз и, безусловно, помочь», – заявил врач. Исследователи собрали кристаллы, которые извлекли из глаз у 22-летней сатаник Казарян, и отправили на экспертизу. У нее извлекли за несколько процедур несколько сотен кристаллов. Некоторые врачи скептично относятся к данной ситуации. А некоторые даже обвиняют девушку в том, что она сама занесла себе стекло в глаза. Но кто в здравом уме так поступит? Сатаник лишь ждет, что ее вылечат. Слеза – это биологическая жидкость, похожая по составу на кровь. Поэтому при определенных ситуациях генетических либо воспалительных заболеваниях глаза или организма в целом могут возникнуть нарушения в ее составе, подчеркнул врач. Доктор также добавила, что при нарушениях обмена веществ в подобные кристаллы могут образовываться в печени и почках, поэтому пациентке необходимо полное обследование. Несмотря на боль в глазу, сатаник делает по дому всю работу, помогает мужу в огороде. Муж, в свою очередь, поддерживает супругу и надеется на помощь врачей. В настоящее время сатаник и ее родственники ждут результатов экспертизы. Ситуация осложняется тем, что у ее мужа инвалидность первой группы, а свекр и свекровь являются престарелыми пенсионерами. У девушки есть еще сестра, и та всячески поддерживает ее. Но девушке нужна помощь уже сейчас. Врачи делают все возможное. Как мы и говорили ранее, это не единственный случай. Вот, например, 12-летняя Хасна Мохаммед Масальмани из Ливии плачет слезами из кристаллов 7 раз в день. Несмотря на то, что кристаллы достаточно острые, Хасна не испытывает боли. Доктора не могли объяснить столь необычное явление. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.